так всю ночь до зоря. Про дуб зеленый и про цепь золотую там. И вот сейчас я нахожусь у лукоморья, командированный по пушкинским местам. Мед и пиво предпочел зелью приворотному, хоть у Пушкина прочел, не попало в рот ему. Правда, пиво, как назло, горьковато стало. Все ж немножко, чтоб текло прям куда попало. Работал я на ГЭСах, ТЭЦах и каналах. Я видел всякое, но тут я онемел. Зеленый дуб, как есть, весь был в инициалах. А Коля Шинкаренко здесь особо преуспел. И в поэтически горячих моих жилах, разгоряченный после чайной, да нельзя. Я начал бешено копаться в старожилах, но, видно, выпала не горькая стезя. Лежали банки на невидимой дорожке, а из-под на ножках здесь не видели таких. Попались две худые мартовские кошки. Просил попеть, но результатов никаких. Мед и пиво предпочел зелью приворотному, хоть у Пушкина прочел, не попало в рот ему.